Вот мы к долине роз подошли. Повторяю еще раз, что сегодня 12 февраля, а температура в Кисловодске плюс 15 градусов. Вот такая красивая панорама здесь, на долине роз. Сейчас мы подойдем поближе. Вот такая. Сейчас мы с беседки спустимся. Вот видите, какая красота у нас. Ну, слава богу, что здесь не изрисовали, как в Ессентуках, беседка. Испоганили все. Здесь еще молодцы. Разум пока еще существует у наших молодых людей. И сейчас мы выйдем на обзорную площадку долины роз. Людей сегодня много. Вот посмотрите, как тут красиво. И вот сейчас подойдем. Вот она, долина роз. Видите, какая розочка большая. Это зима, февраль месяц. Вон туда дальше, там площадка роз дальше. Очень красивое место. Здесь проходит канатная дорога, которая пока еще не работает. Вот видите, она почти год не работает на ремонте. Но обещают скоро пустить. И вот такая долина роз. Красота. Панорама бесподобная. Наш Кисловодский парк самый лучший. Ну все. До встречи.